Алёшка ТВ. Сегодня мы постричься, и у меня новая игла появилась. Что ты говоришь? У тебя сегодня две новости, тебя постригли, так? Да, у меня новая игра. Новая игра. Сегодня будем распаковывать новую игру. Что это такое, сынок, за игра? Карточки. Карточки какие-то. Ты можешь показать? Да, я попробую прочитать, что там написано. Новая игра у нас мема. Значит, мы сегодня будем развивать с Оскаром память, да, Осенька? Будем запоминать какие-то карточки. Фирма Трефл делает такие карточки мемос от 3 лет. Ну что, давай открывать? Да. Ну давай открывать. Открыл. Ну что же там внутри? Давай заглянем в этой коробочке. Так, инструкция, как играть, и карточки. На своей полке. Вот такие разные карточки. Так. На своей полке. Ага, только их надо будет снять. Мы будем их вытаскивать. Вот такие карточки. Надо их вытащить все. Я вот космонавт. Угу. Все-все-все карточки. А таких карточек у нас должно быть 32 штучки. И инструкция, как играть в эту игру на память. Сынок, давай откроем. Все карточки вытащим, да, приготовим до игры. Угу. Я вытаскиваю. Молодец. То есть еще одно занятие для деток, чтобы ручки работали, вытащить эти карточки. Ну, мудро придумано. Космос какая-то, тарелки. Тарелка летающая, да, с космоса? Да, закрытая тарелка. Закрытая тарелка? Да. И настоящая ракета. Ракету ты увидел? Да, и машина. И машина есть? Космическая машина? Да, еще одна космическая машина. Луноход, да? А теперь нужно помешать. Помешай. Мешай хорошо. А следующее, что нужно делать, это перевернуть картинкой вниз на стол. И выстроить квадратик или прямоугольник прямо на столе. Ты знаешь, что это? Что такое квадрат? Посмотри на форму стола, скажи, форма стола какая? Стол у нас круглый или квадратный? Квадратный, правильно. А карточки у нас круглые или квадратные? Квадратные. Значит, нужно сделать на столе из карточек квадрат. Сможем сделать такой? Я не знаю. А у тебя есть мама? Есть? А ты попросишь маму? Хорошо, давай. Ну, поехали. То есть всеми карточками будем мемос. Вниз, чтобы было слово мемос. Переворачивай все карточки. Мамасы, 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 мамасы. Мамасы, мамасы. Осики, папусы. Так? Да. Итак, у нас теперь все мемасы на столе перевернутые. И теперь нужно из этих мемасов сделать квадратик. Что мы будем с Осиком сейчас делать? Собирать квадрат. Собирать квадратик. Поняли? Прямоугольничек собираем. Так, все карточки готовы, и Оскар уже в предвкушении игры. Так? А мама теперь расскажет правила. Правила такие, что играть можно нескольким человеком. Можно с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с друзьями, с кем угодно можно играть в эту игру. Когда вы выстроили такое поле, табло,
Задание каждого игрока следующее. Открываем по две карточки в любом месте. Запоминаем, что в этой карточке. Если мы найдем две одинаковые картинки, значит, мы забираем их себе. Выигрывает тот, кто больше всех соберет себе картинок парных. Сынок, понял, что это такое? Угу. Начнем играть с тобой вместе. Готов? Угу. Значит, мама открывает первые две картинки. Раз. Вот такой вот у нас чебурашка. Зелененький. И, например, открывает вот здесь вот картиночку. Два. Скажи, они одинаковые? Нет. Нет. Если они... Если они не одинаковые, значит, мы должны их перевернуть снова и передаем ход другому игроку. Переворачиваем их снова. Переворачиваем. Но ты должен был запомнить их, да? Какие они. А теперь Оскар открывает такие две, какие ты хочешь. Кто там есть? Ракету мы нашли, а вторая... Инопланетяшка. Они одинаковые? Нет, они не одинаковые. Значит, обратно возвращай их на место. Одну такую. Так, луна. Вот у меня. И ракету. Не попала, мама. Таких не было еще картинок. И они не одинаковые. Закрываем. Теперь Осенька открывает. Любые следующие. Какие Осик захочет. Так, Ося, а где были такие? Смотри, когда ты открываешь одну, если ты понял, что где-то такая есть вторая, значит, ты должен забрать, найти вторую. Смотри, вот они не одинаковые. Ты не нашел пару. Закрывай их на место. А мама запомнила. Мама запомнила, что ракета одна вот здесь, а вторая где? Вот здесь. И мама нашла пару. И мама, если мы нашли пару, открыли, то мама забирает этих две ракетки. Это мамины очки будут. Мама будет складывать. А теперь Осенька дальше открывает. Зелененький человечек. Где еще был такой же зелененький? Вспомни, пожалуйста. Нет такой у нас штучки. Кладем на место. Теперь мамин ход. Мама будет теперь ходить, да? Возвращай на место. Так, а мама попробует... Мама попробует следующую. Наверное, вот здесь мама откроет. Раз. О, я помню. Вот тут. Есть. Мама две открыла и забирает. Мама выигрывает. У меня теперь две собраны картинки, две пары. Теперь Ося следующая открывает. Луноход. Ой, ну что там, покажи, покажи, что там. Не-не-не, нельзя так открывать, Осенька. Надо, ты две открыл, закрыл, все. Следующие открываем. Одинаковые. Ой, одинаковые, ну я хорошо. Я выиграл, я себе забрал. Откладывай себе этих двух человечков, чудиков. Теперь хорошо, теперь мама играет твоя дальше. Моя вода. Моя что? Моя вода. Моя очередь, да? Да. Хорошо. Мама попробует вот эти две открыть. Раз. И соседа два. Не попала мама, да? Нельзя, нельзя. Теперь Осенька ищет пару. Ракета. Машинка. Не попали. Возвращаем на место. Мама следующий открывает. Мама здесь откроет раз. И вот здесь откроет два. Не попала мама. Не одинаковый. Не нашла мама одинаковые. Возвращай Осика шар. Давай. Кто это был? А мы еще его не открыли второй раз. Он был один раз только. Второй найди. Найди второй. Где? Покажи, покажи, покажи. Не-не-не, один раз. Ты, сынок. Нашел. Нашел. Я забираю. Ты играешь не по правилам. Но у тебя очень хорошая память. Так, Осика три. У мамы четыре. Идем дальше. Мама теперь, да?